Ursal Bobber. Хищные птицы съели. Наверное, луговой лунь был. А тут дикие мотоциклисты катаются целой оравой и орут. И сейчас это какое-то хищное млекопитающее, похоже на куницу.
Ну что я могу сказать, друзья? Сезон, с одной стороны, прошел удачно, но закончился очередной трагедией. Старший птенец в итоге погиб. Вот отсюда даже с гнезда вижу место, где погибла Ursala. Это где-то по прямой в том направлении, 1,5 километра отсюда. Завтра еще на осмотр места происшествия приедет руководство Татнефти. Будет решать, что делать. Мы со своей стороны поставили их в известность. Они, собственники линии электропередачи, должны поставить известность правоохранительные органы о случившемся, то есть это на их ответственности. В свою очередь поставили акт осмотра вместе с районным представителем Государственного комитета по биологическим ресурсам. Надеюсь, что оперативно будут приняты какие-то меры по модернизации линии электропередачи. Но здесь их в округе очень много опасных и очень много потенциальных мест, где орлы могут погибать в дальнейшем. Валда, видимо, вы смотрите сейчас, что мне делать, оставить как экспонат в гнезде череп, если же здесь, или забрать мне, собственно, он не особо-то нужен, у меня есть такой коллекция, что делать, забрать или оставить, пусть наблюдает, охраняет это место, как вы думаете? Спасибо, цели поставляю. Все, камеру протер, я поехал. Очень много перьев голубей.
голубей в последнее время кушали. Там видно, что перышки с таким металлическим отливом заведения. Кстати, когда подходил к гнезду, здесь рядышком на сосне сидела чешма. Чешма хорошо летает. Всем пока.